Привет, фанаты шахмат! Сегодня хочу показать вам очередную партию Гамбита Мора. Вернее, ее вариант, потому что я сыграл немножко неправильно. Вот соперник развивает ферзевый фланг, это мы все уже видели, да, рокировочка. b4 не советует компьютер, и конь d5. Ну, надо знать, почему b4 не проходит. Конь d5. Такой отскок вы у меня, наверное, уже видели. Шах-шах. Вот, ферзь e7. Я походил в ферзь d3, и это была ошибка. То есть партию я все равно выиграл, но там соперник еще ошибался. Ферзь d1 надо. Ферзь d6, ладья e1. Так, так. g3, чтобы слонам с f4 напасть на ферзя. Вот это мы делаем. И забираем слона. Плюс 1,6. Вот. То есть у белых солидный перевес. Берем на вооружение, побеждаем.